Международная комиссия подготовит отчет о состоянии белорусской национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Эксперты проанализировали законодательство и практику его применения. Речь прежде всего о мерах по противодействию коррупции, экономическим преступлениям и терроризму. Специалисты очень высоко оценили эффективность работы нашей правоохранительной системы. То есть особое внимание было обращено на то, что белорусские правоохранители делают упор на превентивные меры, то есть не допускать проведения каких-то незаконных финансовых операций, своевременное противодействие вопросам возможного финансирования. Ну и, наверное, как самый лучший результат такой работы – это отсутствие подобных преступлений в Республике Беларусь. Основной фокус оценки проводится на тех мерах, которые приняты уже страной, по которым страна работает. Мы давно и очень тесно работаем с многими органами, государственными органами Республики Беларусь. И я сейчас не привязываю к отчету, но мы всегда видим ту положительную динамику, которая есть в стране. Оценки международного мониторинга должны положительно сказаться на кредитных рейтингах и инвестиционной привлекательности страны. Итоговый отчет будет представлен в ноябре.